Ну что, всех приветствую, Magic Revenge. Постараемся долго не затягивать, а сделать обзор. Тетис у нас новый персонаж здесь с вами добавлен. Ну, вероятность его, конечно, поймать сложная. Давайте глянем, как она вообще выглядит. Вот такая вот дамочка. Ну и, соответственно, так как у нас новый персонаж, то всегда идет под это дело ивент по призывам героя. Ну и здесь, конечно, можно всегда обменять, либо силуны взять, что я, в принципе, и думаю, потому что второго персонажа, наверное, не стоит брать. Пакеты, донаты и прочее. Ну, то есть ивент такой среднестатистический на призыв. Мы его сейчас попробуем с вами сделать. Так, здесь пока по уровню нам не дают. 250. Скоро повысим. Так, здесь у нас книги. Здесь у нас миллион. Золотишко не забываем забирать. В альянсе тоже почти что готовые миссии. Уже новые добавились. Так, ладно. Погнали. Как будем призывать? Сейчас я подумаю. Там нужно освободить слоты. Слоты. Так, сколько у нас свободных? Так, 247. Нужно 7 слотов. С кого-то возвысить бы. Кого бы вкачать-то? Из героев. Меча и магии. Так. Ну, кстати, Изабель, почему бы нет? Давайте ее пробудим. Она нужна. Очень крутой персонаж. Не хватает, к сожалению, дальше. Но заковать, перековать. То есть она очень сильная. Давайте ее еще прокачаем. Пойдет. Так, кого бы нам возвысить? Наверное, некого. Ну, давайте так, купим очередной раз ячейки сейчас, чтобы спокойно призывать. 3900 они стоят, ничего страшного. На это дело мы всегда можем потратить алмазы. Ну, дабы здесь я больше не вижу, на что их тратить. Что покупать за эти алмазы. Ну вот, мы всегда увеличиваем наш рюкзак потихоньку. По 5 героев делаем. Давайте разминочные вот эти. У меня уж тут 3000 набралось. Так. Здесь включаем. Ну и погнали сейчас. Первая десятка в бой. Опа, сразу Грей Хелл. Или как ее, Грин Хелл. Грей Хилл. Ну ладно, перепутал. Грей Хилл, неплохо. Сразу же вылетело. Давайте далее. Так, здесь разобрали. Что, каждую десятку будут нам давать, нет? Нет. На рынке бы кого-то тоже взять, пока думаю, кого купить. В раздумьях. Неплохо, пятерки на самом деле летят, смотрите как. Еще одна.
Так, сейчас у меня и слотов не хватит. Неплохо. Так, ну, как ты знаете, 10 через 10. Одна десятка чистая, одна с пятеркой. Да, стабильно, смотрите как. Вот это мне нравится. Кто это? Две даже. Да ладно. Фрей, во. Вот это классно. Вот это класс. Две пятерки. Но это не может не радовать. Тем более Фрея. Фрея это у нас топовая пятерка. Так, ну здесь пока что мимо. Ну, я так понял, последняя десятка, да, у нас. И 100 мы призвали. Забираем награду. Ха, вот таких вот зайцев дали. Сейчас мы этот ивент глянем. А, нет, еще 14 штук. Стоять. Еще пока что есть варианты. Вот так, десятку. И по 4. Да ладно, долбанем десятку. Не беда. Да, что-то перестали пятерки выпадать. Так, ладно. Забираем награду. Книги, зайцы. И давайте посмотрим. Куда же эти зайцы в Пасху нужны? А вот куда. Традиционно. Награды за разбивание яиц. Давайте. Ну и здесь особо комментировать нечего. Здесь просто набиваем. Получаем одну из возможных, так сказать, наград, которые здесь выпадают. Давайте посмотрим, что выпало. И финальное, понятно. Кому интересно, что здесь падает? В основном золото. В основном золотишко. Ну вот, сейчас мы добьем последнее яйцо. И уже будет нам счастье. Так. В основном золотишко выпадает. Так, раз, два. Ну и 5 фрагментов. Ну, здесь завершено. Ой, здесь книги выпадают, здесь выпадают хишки казино. Ну, давайте так уж и быть здесь долбанем. Посмотрим, что здесь падает. Вот карта выпала. Ну, и этот, за 35. За 35 тоже ударим. Итого. Получаем сундучок с каким-то персонажем. С пятерками. Видите, здесь все пятерки, в принципе. Ну, за 650. Тут уже за 1000 более солидные вещи. Так, ну и здесь можно обменять. Игрушки на книги, либо игрушки на головы. То есть сколько мы можем максимум обменять? 50. Вот так вот сделать. 70. Ну, то есть, в принципе, здесь можно на ключи обменять. И нормально будет. Так. А, у меня рыжих голов нет.
Ну, морковки тут еще, в принципе, они навыпадают сегодня. Можно будет их обменять. 335 их нужно. Чтобы что-то выпало. Так. Ну что, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Вот такой вот получился у нас призыв. Классные персонажи выпали. Прокачали одного из персонажей, Изабель. Ну и дальше будем уже смотреть развитие событий. Пишите комментарии. Делитесь мнениями. Так что. И пока-пока.